Hello. Я решила научиться бить татуировки по видеоурокам на ютубе. Да, мне это все надо. У меня здесь иглы, красочки, колпачки, перчатки, вазелинчик. Вазелинчик. Но кое-чего мне не хватает. Догадайтесь, чего? На чем-то-то надо тренироваться, правильно? Поэтому едем в магазин. Салат будешь открывать, правда? Ты... Ну что, теперь у меня все есть. Теперь можно начинать мой education. Думаю, вы уже догадались, зачем мне нужен банан. Мне кажется, это уже такое мейнстрим, что учатся набивать татуировки на банане. Но зачем я взяла апельсин, я не знаю. Где-то я тоже видела, что на нем тоже учатся. Попробуем. Как бить тату хэндпол? Today I want to show you... Так. I am speaking English 50-50. Надеваем тоже перчаточки. Мы же не хотим, чтобы наш банан тоже заразился СПИДом, правильно? Спасибо. Я пролила краску. Я на первом этапе вообще облажалась. Дисклеймер, пожалуйста, не повторяйте за мной. Не повторяйте это дома. Я делаю это в исключительно развлекательных целях, чтобы вам снять видео. Напоминаю, что это крайне опасно. Если вы хотите научиться татуировке, то лучше все-таки идите и берите курсы у мастеров. Я вас предупредила. Для начала мы обеззараживаем нашу кожу. Воняет смертяк и жесть. СПИД не пройдет. 45, like this. Normally, you stretch the skin really good. You poke in this ankle, like that. Короче, нам нужно, если это настоящая кожа, то немножко ее растягивать, бить под углом 45 градусов и по направлению линии. И делать типа такие так, чик-чик-чик движения. Все, все понятно. Я нарисовала эскизы. Макаем сначала в краску. Вау, у меня получается. Только единственное, я не знаю, с какой глубиной надо это делать. Норм или не норм? Я мимо тыкнула. Заживет. На колени упала. Вот что у меня получилось. Если бы я набила это человеку, это был бы портак однозначно. Но наш бананчик переживет. Помогите мне! Я неправильно написала слово Полина. Почему буква Н? Ужасно неудобно делать непрямые линии. Посмотрите на этот круг. Прямая линия может чуть-чуть еще более-менее, но она тоже немножко кривовато у меня получилась. Меня только одно радует, что это не настоящая кожа, что я не испортила человеку жизнь своей работой. Это всего лишь банан. Угадайте, кто следующий на очереди. Рядом чудотворный квест с иконами. Оцениваю 10 из 10. Давай по новой, Миша, все хуйня. Представляете, никто не хочет бить татуировку. Просто никто не хочет быть первым. Давай, бьем? Чуть попозже. Да бьем! Ты слышишь? Слышишь, тебе... Ты меня на банты хочешь взять? Да! Да, секунд, что ли, давай. Нет, я не секунд. Еще попрактикуйся, говорю, попрактикуйся. Давай ты будешь первый. Так, что набиваем? Совместную, я думаю, если я переведу... Если это будет говняный портак, я не буду себе его бить. Портаки! One week later. Всю неделю набивала татуировочки на искусственной коже. Вот что у меня получилось. Вначале получалось у меня не очень. Но вот эти вот три последние, мне кажется, они прям очень даже ничего. Мне кажется, пора приступать к настоящей живой коже. И мой первый подопытный будет Антон. Ты готов?
Нет, слушай, нужно было сначала купить кожу свиньи, а не сразу брать свиньи. А еще сегодня у Антона день рождения, и мы набиваем что? У меня есть такая татуировка, на ней обозначены мои года. Я в прошлом году не успел набить татушку на 22-й год, мне 23 года сегодня исполняется. Полина сегодня исправит это недоразумение. Да. Страшно, признайся. Страшно, очень страшно. Не бойся, все нормально будет. Сначала мы все обеззараживаем. Девиз этого ролика: СПИД не пройдет. У меня руки трясутся. А может, не сегодня? Блин, это день рождения на всю жизнь запомни тогда. Швейная игла. Сейчас мы тебе заштопаем жопу. Ты куда? Так, села место. Мне очень страшно. Нам нельзя показывать страх при клиенте, иначе он испугается и убежит. Чистенькая, стерильная, посмотрите. Дата еще срок годности не вышел. Открыла при вас. Закройте, пожалуйста. Выглядит очень просто и не страшно, на самом деле это очень страшно. Мне больше страшно, что Полина первый раз бьет вообще на коже, блин. Полина! Мне страшно. А мне не страшно. А, не так больно. Это все? Это максимум? Офигеть. Это на всю жизнь. Ты можешь не нагнетать? Мастер переживает. Нифига ты, конечно. А сколько купола на спине бить? Сколько это стоит? Первый раз такой, нет, мне страшно, не надо, я не хочу. Я через год. Вы представляете, у меня теперь есть дома собственный тату-мастер. Можешь ко мне повернуть руку? Да, конечно. Давай я тут Антоха набьем. Антон. Антоха. Считаешь, сколько букв в твоем имени? Мы закончили? Получается, закончили. Давай еще что-нибудь. Реально? А почему нет? Не дыши туда. У меня есть специально заживляющая пленка, которую наклеиваешь, носишь несколько дней, не снимая. Отклеиваешь и все, татушка зажита. Зажита. Нажита. Зажиточная. Давай в интернете посмотрим. Мне кажется, не совсем так. Уже поздно. Все, готово. Красота. Все, это я убираю на следующего клиента твою иголочку. СПИД не пройдет. Мы решили Антону набить еще одну татушку. Булбазар. Посмотрите, что она мне набила. Посмотрите просто, ути-пути. Это я ей едой плачу. Итак, подопытный номер 2. Здравствуйте, я Семен. Мама, не убивай меня, все хорошо. Да. На самом деле, его зовут Павел, это мой брат. А ну чш, рассекретили. Итак, сегодня я делаю свою третью по счету татуировочку. Обеззараживаем ручку. Ты сказала, у тебя опыт. Три это мало. Две, сейчас будет третья. А, ой, еще хуже. Что мы сегодня набиваем? Татуировку. Спартак. Я не хочу большую. Если большая, меня мама сильно убьет. Если маленькая, то чуть-чуть. Машиной переедем. За каждый миллиметр по разу. Назад, вперед, назад, вперед. Ну, вы знаете, моя семья такая. Так, смотрите, иголочка чистая, стерильная, одноразовая, срок годности не вышел. Чтобы потом не писали, что Полина, что у Паши спит, это не я. Это я убираю на следующего клиента твою иголочку. Антон до этого уже бил татуировки, а Паша сегодня вообще первый раз. Он даже не знает, что это такое, как это ощущается. Да. Это все? Да. Я думал, будет больнее. Получится гивно. Это на всю жизнь. Ты что пришел нагнетать-то? Если что, потом можно квадратом закрасить. Я себе так 60 татуировок уже сделал. Мастеру-то не мешай. Прикиньте, вас каждые пару секунд кусают комары. Раз три в секунду так. Храп-храп-храп. Мне нравится. Мой компьютер. Папку, да, надо набить. Надпорн. Ну, чуть-чуть кривовато, конечно, получилось. Не супер моя лучшая работа, но хорошая. А всю жизнь кривовато. Скажите, теперь больно, не больно вам было вообще? Как вы это перенесли? Вначале думал, будет больнее, потом думал, будет не настолько больно, потом думал, круто. Думал, ну его нафиг. А потом понравилось. Топ-мастер Калифорнии. Набиваю портаки бесплатно. А мне вот так. Круто. Я себе тоже, наверное, сделала татуировку.
спустя несколько недель у меня в багаже уже целых 3 татуировки. А если считать, что 2 квадратика это 2 отдельные татуировки, так вообще 4. Солидно, солидно, я считаю. Но чего-то не хватает. Поэтому я планирую себе тоже набить татуировку. Честно говоря, немножко страшно, потому что Семен на себе бить как-то, ну, не очень. Но этот опыт мне 100% нужен. Поэтому набиваем еще один портак. И снова здравствуйте. Я уже все подготовила, как всегда. И я долго думала, на каком же месте набить себе татуировку, чтобы мне было удобно и красиво, и не слишком на видном месте. Ну, вы понимаете. И решила, что я буду набивать на ноге. Ну, потому что это удобнее всего. Здесь можно сразу двумя руками так вот. И если что, можно будет закрыть носком. Я буду набивать звездочки. Это я пока что нарисовала ручкой. Итак, я перевела трансфер 2 маленьких звездочек. Вообще планировала чуть побольше сделать, но пока что сделаем 2. Я дико волнуюсь просто, я дико переживаю. Это будет моя уже 4-я по счету татуировка на моем теле. Ну что, поехали. У меня нога затекла. Ощущения не из приятных, я вам скажу. Уже начинает поднадоедать, и так вот противненько становится. У меня дико затекла нога. Вот такой вот результат у меня получился. Я считаю, что это не совсем похоже на портак, поэтому это успех. Поаплодируем. Потом я хочу добавить еще несколько звездочек, потому что как-то они странно выглядят вдвоем. Ну и, наверное, хочу подвести какой-то итог. Все это время я училась делать татуировки. Могу сказать, что сделать татуировку это не так-то просто. В целом, это получилось и не сильно тяжело, прям так, что это невозможно сделать, и не слишком легко. Это в любом случае навык, этому нужно учиться. До этого я даже как-то не представляла, что я могу научиться бить татуировки, или я в роли тату-мастера. И, типа, это вообще несопоставимые вещи. А сейчас я начала чувствовать себя немного увереннее, потому что я могу даже научиться делать татуировки. Я считаю, это очень ценный опыт. Татушка зажита, нажита, зажита. Зажиточный. А мы так шутили уже. Да, квадратики вообще офигенно зажили, мне кажется. А вот, вот это вот, ну, такая странненькая, но авторская, видно, авторская работа. Как тебе? Меня заставляет говорить, что мне нравится. Антон! Ну тут еще не хватает 2. Она, во-первых, должна быть цветной. 1, 2, 3. А тут такой... Короче, понятно, он хочет еще. А если он хочет еще, значит, ему понравилось. Значит, что? В натуре класс. Хэштег Полина лучшая. Ты можешь теперь в тюрьме набивать татушки. Я, если я попаду в тюрьму, я выживу. Все в мире пригождается. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. Чао, какао. Пиу.